Всем хай-фай, с вами Ярослав Семишевский, вы смотрите проект «Народный махор», в котором мы ищем самых-самых крутых певцов. Сегодня мы в городе Москве по улице Виллиса Лациса, дом 7, корпус 4. Приехали мы в студию, если честно, очень сложно запомнить было, сейчас я прочитаю. Студия Беркана – это центр развития творчества. В общем, там учат многому чему, ну, в том числе и петь. Пригласил нас сюда наш барабанщик, барабанщик группы «Махор Бэнд» Юрий Михайлик. Не знаю для чего, видимо, он тоже решил попеть. Но сейчас мы это узнаем. Пойдемте. Так, стучать не надо. Здравствуйте. Могли бы. Ну, ничего страшного, мы оденем бахилы. Так, бахилы, одеваем бахилы. Дела? Хорошо. Хорошо. Вот сейчас мы бахилы оденем, пройдем, и ты нам расскажешь секрет, что ты нас сегодня сюда пригласил. Привет. Смотри, тут все семейство, да? Блин, как здорово. Сюрприз какой, Юр. Привет. Так. Привет, Ксюша. Как дела? Отлично. Юр, рассказывай, что ты нас пригласил сюда. Ну, в общем, Ксюша уже у меня поет. Да? Вот, да, хочу, чтобы ты участвовала. Без проблем, Ксюша. Ты согласна? Юра за тебя решил, да? Или нет? Или вы посовещались? Мы посовещались, конечно. И решили, что нам нужно. Ну, здорово. Вообще рад всех видеть вас, Лариса. И мы тоже очень. Я думаю, что наши зрители тоже рады, да? Мы тоже рады. Ксения Михайлик, 21 год, замужем. Работает преподавателем эстрадного и джазового пения в студии Беркана. Поет с детства, играет на фортепиано, но никогда не хотела связывать свою жизнь с музыкой. Училась в физико-математическом классе. Однажды, по просьбе мамы, решила принять участие в вокальном конкурсе, где была замечена и приглашена учиться в Москву. Если победит в проекте, деньги потратит на свадебное путешествие. Давай обсудим, какие песни споем. Я бы хотела сольно исполнить «Осень». «Осень»? Песню. Что за «Осень»? Тамар... «Осень, осень». Ну, нет, давай. «Тамара Гвардстеля». А, да. Не знаю, что за песня. Может а быть, я спою, знаете. Да, хорошо. Да. А дуэтную «Час до рассвета» Игоря Талькова. Ага, это одна из самых, в принципе, неизвестных песен Талькова. А почему именно эту песню ты решила? Я слушала песни Сенчины и наткнулась на ее дуэт. Дуэт с Тальковым, да? Да, и покорила песню. Да, хорошо. Поехали. Белоснежным покрывалом ночью крыла спящий город. На деревьях и на крышах серебрится лунный свет. Нас с тобой никто не видит, нас с тобой никто не слышит. И для нас милее ты ночи, ничего на свете нет. Где найти слова и кому их сказать, чтобы попросить эту ночь подождать и оставить нас во власти лунного света? Но не ждут часы и упрямо спешат. Кажется, часы нас понять не хотят, оставляя нам всего лишь час до рассвета. Та-ра-ра-ра-дам, да-ра-ра-ра-дам, да-ра-ра-дам. Принесет нам расставание, разлучит на расстояние, может, сотни тысяч лет. Что нас завтра ожидает, мы не можем знать заранее. А пока милее ты ночи, ничего на свете нет. Где найти слова и кому их сказать, чтобы попросить эту ночь подождать и оставить нас во власти лунного света? Но не ждут часы и упрямо
спешат. Кажется, часы нас понять не хотят, оставляя нам всего лишь час до рассвета. И шумный город нам напомнит очень скоро, что для нас Милеты ночи ничего на свете нет. Что для нас Милеты ночи ничего на свете нет. Слова и кому их сказать. Слова нашел. Заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за Ксению Михайлик. А сейчас тебе сольная песня. Я ухожу. Да? Я осень не люблю за нрав неровный. Характер у нее на твой похож. Лишь солнышко блеснет над мокрой кровлей, как снова зачастит колючий дождь. Я осень не люблю, мне с ней тоскливо. Осенний ржавый лист слетит с ветвей. Пускай телефон, будто из лета тебя взбудоражу звонком. Пусть непогода тебя не тревожит, ведь развести нас с тобою не сможет сезон. Дождей.
Вот вы хлопаете, да? А знаете, что хочу? Она неправильно спела эту песню. Знаешь почему? Потому что надо вот так петь, смотри. Сезон дождей, сезон дождей. Юра меня поддержит. Ну, это была шутка, естественно. Еще раз хочу повторить. Заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за Ксению Михайлик. Возможно, она выиграет 200 тысяч рублей. И она сейчас расскажет, куда она их потратит в случае победы. Я бы хотела их потратить в случае победы на свадебное путешествие с Юрочкой. Ох, класс. Здорово. Давайте поддержим все-таки. Заходите, голосуйте, подписывайтесь на наш канал Нармахор в Ютубе. Будьте активными, и тогда мы все вместе поедем отдыхать на теплое море. С Ксюшей, с Юрой, со мной и с самым активным зрителем. Я еще хочу сказать, да, знаешь чего, у нас классный спонсор, Елинский пищевой комбинат. И они дарят тебе вот такой вот замечательный подарок. Ну, я его тебе подарю как-нибудь, я думаю, что придумать, я придумал. И всем пока, до новых встреч, до свидания.